Трипофобы вышли из чата, как говорится, ребятки. Вы посмотрите просто на это. Пуфу-пуфу-пуфу-пуфу. А что с губами? А это что? Это что такое, блин? Вот это что? Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в игрушку под названием «Это не мой сосед». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, уведомления плюс расписание, это очень-очень важно, бро. Так что не ленись. Ну и также подпишись на канал. Так, в общем, ребята, эта игрушка «Не пускай двойников». Вот, то есть, будут они проходить, мы, знаешь, как консьержи какие-то, работаем, в общем, и просто не пускаем в дом. В общем, как охранник, я не знаю, какой-нибудь такой. А, все, давайте начинать. Пока что только один режим, но должны вроде как обновить игрушку в будущем. Блин, капец, вот надеюсь, такой чел мне попадется. Погнали, погнали. Я не знаю, сегодня мы так, мы пока это скипаем. В принципе, это понятно. В общем, много двойников. Мне очень напоминает это еще корпорацию монстров, вот это в комбинезончике. А, приветствую и поздравляю вас на новой работе. Спасибо, спасибо. В общем, давай смотреть. Напоминает еще Papers, Please. Приветствую. Ну, здорово, здорово, братишка. Пичман, да, Роберт Скайп. Так, давай поглядим, поглядим. А 73-й, значит, айдишник вот у нас тут. Entry request. Что у тебя за работа? Сапожник. Блин, чё нос чешется? Это не к добру, ребята. Неужели ты пришелец, а, двойник? Ай-яй-яй-яй-яй. К чему бы это? Так, Пичман, давай посмотрим. 11.30, да, действительно, он, смотри, сапожник, длинная шея. Ну, вроде похож, да, вроде похож. Кстати, а что, можно позвонить? 2668. Сейчас прикинь, Пичман на связи. Я офигею. Кстати, можно реально же так звонить? Проверять. Блин, да что так чешется нос? Это не к добру, ребят. Ага, ответа нет. Ну там, по идее, же двое на этой площадке, поэтому... Окей, все, понял, 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 понял. Дома никого нет. В принципе, мужик, слушай, ну ты мне нравишься. Нормальный мужичок вроде. Айдишник точно нормальный? 11.30. 11.30, да, найс. 4.6.5, 2.2. Я не знаю, конечно, стоит ли вот это все проверять, но мы досконально будем проверять, ребята, так что вы уж извините. Похож, похож, только единственное вот это. Да, он есть, ребята, он есть, все найс, та же квартира. Идеально, бро, идеально, перфект, реально перфект. Тут ничего другого и не скажешь. Интересно, сколько мы сегодня пропустим вот этих двойников. Так, давай, мадам Глория. Глория, приветствую. Да, все нормально, на втором этаже. А, так, 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 апартаменты. Глория, Глория, Глория. А, круглое лицо, родинка на правой щеке, короткие волосы, круглый нос. Угу. Совпадаешь, совпадаешь, все отлично, не придраться вроде бы, да? А, банкир, 69.50, 69.50, ну, по крайней мере, вот так вот будем проверять. Я, конечно, не знаю, возможно, вот именно, что тут много циферок, а я последние, две первые и две последние проверяю. Мне кажется, мы когда-нибудь на этом попадемся. Так, дата вроде бы нормальная. Причина у нас, так, 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 на первом этаже. Вроде бы все отлично. Вот, знаешь, единственное... Да, 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 да. Мы же смотрели с тобой. Ладно, хорошо, проходи. Молодец. Давай. Если что, сделаем работу над ошибками. Блин, фу, блин, такая фраза вот эта, работа над ошибками, как будто, знаешь... Мадам, у вас мячи для гольфа вместо глаз или что? Блин. Трипофобы вышли из чата, как говорится, ребятки. Вы посмотрите просто на это. Вот эти маленькие отверстия. Не, ну я как бы не боюсь, но, блин. Чё-то как-то... Ну, мадам, entry request, пожалуйста. Что? А что она мне говорит? Нужен запрос? Ну, мы все соседи. Мы соседи, ты меня знаешь, в общем. Мне не нужен запрос на вход, чтобы добраться до моего дома. Так, ладно, мадам, а, хорошо, хорошо, а что с внешкой? Ну-ка. Моя внешность? Да.
А что не так с моими глазами? Это нормальные человеческие глаза. Да, я и не спорю. Хорошо, хорошо. Да, вообще. Базаришь? Звоним. Звоним, забирайте, забирайте. Ее, это чудовище. Блин, как хорошо, что у нас именно вот такие вот глаза, да, друзья? Они как у пауков там из... Много-много глазочков. Что такое? Я не знаю, почему-то вот зажалось и все. Сейчас еще не дозвонимся. Мы заняты там. Я думаю, что так долго? Она сейчас удерет. Так, ладно, отлично. Вы можете продолжать свою работу. Спасибо, спасибо, дружище. Мы никого не впустим сегодня. Ну, монстров, пришельцев, не знаю. Двойников. Давай, следующего. Так. Ну, давай посмотрим. Да, она есть. Она есть. 62-й. Ладно, пока не придраться. Все хорошо. Наверное. Не знаю. 56-29. Ладно. Домохозяйка, да? Домохозяйка. Все вроде бы нормально. Носит повязку на голове. Повязочка вот такая вот, да. Ладно. Ладно, дорогая. Ты вроде бы и там, и здесь. Все хорошо, нос в порядке, я не знаю. Постоянно, знаешь, так иногда чисто просто носы меняют и все. Ладненько. Нормально. Все хорошо. Давай. Следующего. О, какой. Ох ты, ковбой. Стоять, ковбой. Так, ладно, ладно, ладно. 96-11, да? Ладно. Всегда носит шляпу. Да, шляпу он носит немножечко. И с цигаркой я смотрю. Чё по носику? Слушай, ну не придраться. Ну не придраться к тебе. Только вот тебя нету в списочке, родного. А чё там писано? Погоди, я пришел из магазина, да? Ага. Ушедший на пенсию написано, да. Ладно. Так, потому что я, в общем... Из-за чрезвычайной ситуации на работе? Но ты на пенсии! Погоди! Вот как мне сейчас вот это вот понимать? Погодите, ребята. Вот. А что мне сейчас делать? Как вы думаете? Как вы думаете, ребята? Пропустить его или не пропустить? Потому что на пенсии, по идее, нормально работать. Как бы. Но тут вот... Но это же игра, типа он на пенсии может не работать, а может реально работать. Как бы это ошибка, вот вопрос. Ладно, я на свой страх и риск пропускаю его. Посмотрим, что будет, ребят. Мне самому даже интересно. Не буду уж. Так, в общем... Да, он про работу. Ладно, хорошо, хорошо. Я пропущу его. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Интересно, интересно. Ну, мы, в принципе, лучшую концовку смотрели, ребят. Мы поглядели, как бы. Ну, как там лучшая концовка? На лучшую оценку мы там прошли. А так, 69-й. Так, Лоис. Ладно. Та-та-та-тан-тан-тан-тан. Есть, да, ты в списке. Ты молодец. На первом этаже, значит, у нас домохозяйка. Большие губы. Так, 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 так. Вроде бы все хорошо, да? Носик. Нормально? Все отлично. Все в порядке, ребята. 89-51. Ну да. Блин, ну если меня этот ковбой, конечно, одурил, я в шоке. Я буду в шоке. Ну просто, а как понять? Он на пенсии реально может работать спокойно. Изи. О, какая. Ля. Так, привет, привет. Давай-ка вот так вот. Ага, Элинус. Так, 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 так. Есть, есть в списке. Так, моделью работает. А, короче, они близняшки. 84-56. Модель.
модель. Блин, как прикольно. У одной, значит, смотри-ка, родинка на левой щеке, а у этой на правой щеке. Ну, у нее, получается, да, на левой сейчас. Это просто она к нам так стоит, как будто на правой. На самом деле на левой. Так, ладно, ладно, ладно. Двойняшки. Ну, да. Да, пропускай, все. Окей, чек-лист. Быстро закрываем, закрываем. Ладно, хорошо. Хорошо, друзья. Блин, вот если меня этот старый ковбой, конечно, одурил, я в шоке. Так, ладно, ладно. Что-то у меня прям такие усталые глаза. А где ты работаешь? Погоди, родная. В школе? А, она из школы. Что там задали-то? Смотри-ка. Студентка. Студентка. Так, усталые глаза. Да, написано. Два хвостика, маленький нос, круглое лицо. Не-не-не-не-не. Да я уж так. 13.62. Блин, ну вроде бы все найс. Не, а к чему придерешься, реально? Так, только единственное к этому. Есть. Да, открываю, открываю. Как-то слишком вот мало двойничков. Родной, ты где нос-то потерял? Где твой большой здоровенный нос? Блин. Так, и что по внешности? Ну-ка, давай, скажи-ка мне. Нос! Да, ну-ка. Я родился без носа. Это нормально для людей. А-а-а, так вот оно как. Ладно. Сейчас, спокойненько. Ну, я даже не знаю. Ну, что? Кстати, есть в списке, самое забавное. Ладно, понимаю, давай. Сразу. Не будем тянуть, ребята. Что-то мы так долго тянем, да? Так, три. Да, блин, отпускай, что ты залипаешь? Это какой-то баг, короче, в игре. Он почему-то не отжимает. Да, да. Спасибо. Так, ладно. Ну, такое чувство, что мало как-то двойников все равно. Ну, хотя бы вот сейчас пришел. Пожалуйста, пусть тоже будет двойник. Ну-ка. Пуфу. А что с губами? Да блин, ну ребят. Пуф. Пропускаем? В принципе, по факту все, да. Не, а вдруг реально с ним что-то случилось? Ну как бы, а вдруг реально что-то с ним просто случилось и все? Типа, ну, не знаю, что-то он губами там делал и все. Вот, прошу. Как он забавно говорит. Ладно, я понял тебя. А что если отменить, короче? Можно вообще, интересно, отменить? А, вот этого сразу забираем. Вы можете продолжить свою работу. Спасибо. Может, ачивка, кстати, такая есть. Так. Пичман. Да? Так. С обувью, да, работаешь? Да. Два брата-акробата. Па-п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 а. Не, ну сейчас должен быть нормальный. Ладно, а что у тебя по списку? Да, он есть. Вроде бы, ну, я не знаю, ребят. Вроде бы все найс. Сейчас поглядим, что там дальше будет. А это что? Это что такое, блин? Вот это что?
Ладно, давай спросим его. А, вы хотите спросить, что такое в моем что у меня третий глаз? Я думаю, это нормальный, вполне нормальный третий глаз. Ну да. Блин, ну вот как это можно пропустить? Как вообще? Ну ладно, это хоть глаз. Я уж подумал, что-то нехорошее это. Да, смотри-ка, двойники поперли. Ну это хорошо, это хорошо. Это значит все-таки... Но есть вероятность, что мы все-таки пропустили зря того ковбоя старого. О. Так, вроде без глаза. Третьего имеется в виду. Ладно, так, давай поглядим. Ну, вроде бы нормально. Да? Писатель написано. Да. 7722. Да, хорошая диш. Так, ну давай посмотрим. Да, он есть, ребята. Уф, сказал там. Hello. Моя квартира первая на третьем этаже. Физик. Проверяем. 25-14. Ладно, найс. Вроде тоже все найс. Вроде все найс. Они как будто, знаешь, прощаются так со мной. Кто? А кто? Погоди! Давай посмотрим. Так, четверых. Ага, соседей ноль. Один прошел! Только не говорите, что это старый ковбой. А это, по-моему, кстати, он и есть, да? Маклой. Нет ДДД лога. Логотипа нету. Прикинь. Ого. А вот это интересно на самом деле, друзья. Ну, тоже неплохая, в принципе, концовочка у нас получилась. Правда, видите, нас сожрали все-таки. Да, двойник один прошел. Ну, прикольная игра, а, согласитесь? Ребят, обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.